76-я серия, маршрут, участок маршрута Мурманск-Магадан, 7-й день движения. Здесь будет пройден путь 63 километра. Все населенные пункты отмечены титрами на видео с указанием стрелки, где эти населенные пункты находятся. Так, меня навигатор забил в настройках избегать главных дорог. Я сразу хочу выразить личную благодарность мультималкам, многие, не знаю, женщина, мужчина, за развернутые комментарии с информацией о населенных пунктах, ну и других примечательных мест, например, Белохолуницкий пруд. Вот, интересная информация. Потом про город Слободской. Я тоже много этого не знал. Но благодаря комментариям рекомендую, кто будет смотреть серии, обращать внимание на комментарии, на пояснения под видео об населенных пунктах и других достопримечательных местах. Еще раз благодарю пользователя с логином мультималков. Вот пишет: поскорее поворот на Магадан. Но я напомню, что это 7-й день движения. Поворот на Магадан, по-моему, на 15-й день будет. Так что больше ничем помочь не могу. 15-й день, 7 это 8 дней еще. Это порядка 80-90 серий. В общем, пока никакой информации больше нет. Кстати, вот шум в салоне автомобиля – это от дорожного полотна. Временами шум прекращается, то есть полотно дороги мягкое, тихое, спокойное. Иногда вот такой шум, шорох. Смотрите.
хороший участок сделали. Молодцы. Росавтодор. Слава тебе. Вот,